Всем привет! С вами канал Артвани. Активная съемка. Меня, мама, бабуля. С Димой играет прабабушка. Семейная идиллия. Опа, Дим, сел. А вот полетел. Даже здесь пух летает. Фотографирует. И ты куда пошел? Меня не надо, скорпион. Я не причёсываю, я лохматый. Я яблочки тут сажаю. Яблоки сажаешь? Да, я хочу яблоки. Ну, давай. Тут там паутина. Пыль. Паутина это, с пауками. Паутина. Как извивается, смотри, она. Я паутину достал, паутину. Паутину, а там пауки живут. Угу. Прилипла? Кто? Ага, паутина. Ты просил удачи, я не могу отвечать. В рот не лази. Нет, ну чтобы, ну смени вот эту дорожку. Ладно? Массовая уборка. И тоже паутина? Да. А там тоже паутина. Тоже везде все это паутина. Пусть тут от паутины зовет. Еще одна паутина. Угу. Еще одна. Угу. Ну не надо сюда обмазывать. Ты ее тут снимаешь, а тут намазываешь, Дим. Куда ты пошел? А там мог доставать плоски. Ну там-то нет паутины. Там, видишь, ты не достаешь. Да. Да. Ой, грязь прилип. А слипнет грязь. На. Грязь не достается. Ты работаешь, давай сам. Я не хочу паутину трогать. Я не лохматый. Туда и оттуда вот так себе. Иди с тобой, посиди немножко, отдохни. Иди, Димон, иди сюда. Димон. Иди с тобой, сфотографируемся на память. Иди. Димон. Димочка, ну иди ко мне, солнышко. Дима работает, занят.
будет на память. Обнимку, иди. Иди. Иди, ну иди. Дима, Дима убежал от крокодила, да, Дим? Грязные их нельзя видеть. Можно. Бабуля, оказывается, не все собрала. Ой, тут целая куча их. Ой-ой-ой, целая куча. Ой, они уже опадают. Ой, смотри, целая куча. Сейчас помоем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так они там внутри, наверное. Ой, а на земле сколько хороших. На ветках они прям еле держатся. Ой, ой, сколько их тут. Ой, тут еще есть маленькие, полно, которые созреют. Мышке норку делаешь, да? Чтобы она там гуляла, жила, да? Ты ей небольшеватую сделаешь норку там? Большеватую. Есть не слишком большая. Там целый крокодил поместится. Да. Ну ты ей там травки-то оставишь. Там ей кроватку надо, домик. Ой, кроватка. Они прям зеленые, Рилка. Ну все, ей достаточно. Да? Да. Все, она туда залезет, там ляжет спать со своими детишками, да? Ты норку сделал, да? Все, туда больше лазить нельзя, а то ты ее испугаешь, она цапнет тебя. Тут только чуть-чуть. А тут что ты, не пойму, собираешь? Тут я чуть-чуть убачиваю, тут убрать висает. Надо? Да. Бочку свозить. Не надо, не надо. Будем отложить, будем. Это она не высохла. Ну, высохла. Высохла. Дим, не надо, тебе сказали, нельзя. Нельзя. Дим, ты какой непослушный. Послушная.